Али поделился с нами объемным концептом по работе в открытом гарде. По сути, он будет раскрывать свои секретные техники. Мне не нравится работать гард, когда я держу руки соперника. Штаны и пятки меня мало интересуют. Я готов поставить ему динамику рук полностью, то есть моя концепция строится вокруг контроля рук. Заставляем соперника делать как можно больше работы, так надо. И чем сильнее он утомится, тем больше шансов у меня будет потом его контролировать. Мои мышцы фактически всегда расслаблены. Я очень люблю вот так вот прятать, чтобы фактически негде было хватать мою ногу. Я ложусь сюда, делаю вот такой захват вас и возвращаюсь сюда. Это дебилизм, он никуда не пойдет, он сразу на шоу скинет, обойдет нас. Следите за анонсами и не пропускайте новые выпуски.